Республика решил земщинге улчершин вода аварии булна, сагржир улдыши наманна. Ку улда у их ригадардо. Кашны сакрам жингек шул шит меньше амрксем бежиганна. Шулайхи вахатра кунбек тесык сем уйрамах ишла. Предергибет анлаштарзан кажал еще шулда аваризен шуджевун вище процент шурджакна. Шулшинче вечер черембине яхан Ергене пасна деслюх тупса балартна. Хатларах же водитель зем пызык хвартлах по шуренебе, тогда шуран шинзем шул ер правил зене пагнманы бещиганна. Юзер водитель зене була пельдирала де горшин вильня. Профилактика же зене иртирни кажал хейн видим не гюреть. Кунбек теслюх всем вище худчакна. Анчах юзер водитель акси гадарт на дырах рулю мне минрену бушпала раган зем щавах ешла. А республика и Брахамар поддержал пузык мероприятий не у их проверили. Шаг юашки вишку на зинже, значит, шаг у их зинже и дердевренде сагрвона яган водителя и зарешекланна. Шулахи каникулы выходжиди автоинспектор занишне и вырладать. Аджа зем велосипед пада да мототранспорт паярн мадугаща. Думай дюх не хорош сырлых тогда шул ергине пхынмаща. Авари зене тишкерне везене айебебе вильне теслых семюсне негадардать. Кажал гана пилик шамрык пурнача тадална. Пельдерги бы наш тарзан убил нумай. Шамбада пахсасан, паян шулжинде шли нумай. Шамрак сем, школьник сем, шак мотоцикл зембе управлять туза, тогда хозяин почекрех адзем жинжинжин кирзыган зем майзем не бур. Кувур Норский район допиди нумай инде. Любое транспортное средство в обан начнет управлять туза начнет, тем более мопед зембе. Пуриндейс, паян закон дырых полмала водительское удостоверение. А шамиш сем унанмаще, озам нарушат тваще, права начнет паян адзезенде. Ергене пасна теслях сине шул шинже врунаштарна фотофиксации хадери зембе тупса паларда с идеюсне. В зембулушны бе шур шулда и кшерхерх пилик миллион денгелых штраф чулетерня. Шул шинже ергели ешер пледестеле в бешу башка районичи. Хыргасы еле витер гаяган федерации шули шинже ядарлы центр худагайна. Кунда наркотик шарвнышне тада миграция и довезение пагынман теслях семде тупса палардаща. Республика Галарм Вале, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев.